сказали, ну вот как маятник качается. Вы, например, знаете, что вот министр бывшей обороны с такой странной физиономией, так сказать, совершенно не военной, вот, он запретил суворовцам идти по Красной площади, то есть участвовать в параде. Они с момента своего, можно сказать, основания проходили, и на всю жизнь у них было это воспоминание об этом счастье. Ну, недавно по телевизору, рассказывая о том, что парад 9 мая, там где-то в Алабино под снегом идет техника, и диктор говорит, и суворовцы пройдут, значит, успокойтесь. Но ведь что за люди прорываются на высоты, так сказать? Такое ощущение, что он и про Суворова ничего не слыхал, и про русскую военную историю. И вот он несколько лет распоряжался армией. Бог ему судья.